привет, народ, друзья, зрители. Случайно, может, кто зашел. В общем, приобрел у себя вот такие вот Bluetooth стерео наушники с микрофоном. Да, какой-то Harper HB201. Чистый звук с кабелем или без. Значит, брал на Озоне. Первый мой, так сказать, заказ, да, на этом магазине. Но, конечно, не только их брал, еще там в следующих и последующих видео увидите. Вот, значит, что они сделали? Заказала, значит, там много еще воды. И, в общем, заказ разбили мой на две части. И это все отдельно, короче, доставляли. Вот это мне не понравилось. И доставку, короче, ну, каждые две доставки по 549 рублей. Это вот эта доставка, другая 824. В общем, дико мне это не нравится, больше там брать не буду. Или уже в корзине, да, при оформлении заказа смотреть, чтобы заказы не разбивались и были в одном. Ну, что это такое, блин? Считаю, 1000 рублей, можно сказать, переплатил за то, что они разбивают заказы. Это вам, кстати, на заметку. И если такое будет, я там больше брать не буду. Не знаю, да, вода, конечно, она тяжелая, может, поэтому, но не знаю, если один заказ сформирован, зачем его разбивать на два. Вот, так, значит, что тут у нас? Bluetooth 3.0. Да, это дешевые наушники, да, беспроводные. Попробую у них на стримах поиграть, как они вообще будут себя проявлять и насколько хватит. Ну, здесь написано то, что время воспроизведения музыки, разговора около 5 часов. Ну, в принципе, должно хватить. Так, если не хватит, я посмотрю, разберу их и впендюрю туда. Большой аккумулятор будет не на 5 часов, а на 50. Так вот, 10 метров. Рубеж действия, время зарядки около 2 часов. Ну, как-то так себе. И годен до 09.2020. Это значит до сентября 2020 года. Срок годности 2 года. 24 месяца. Изготовлено КНР. Страна изготовления. Так, удобное управление. Встроенный микрофон. Проводной, беспроводной использовать. Ну ладно, чего. Не буду томить вас и себя. Так. Чем бы еще открыть их? Тут вот пломба. Вот такая вот. Вроде не вскрытая. Но мы сейчас ее все равно вскроем. Так. Как тут открывать-то? Блин. Без ножа не разберешься, еще и не откроешь, блин, до конца-то. Во. Ну-ка, иди сюда. А, тут еще вот это вот распороть надо. О, блин, конкретно заклеили. Пластмасса, конечно, оставляет желать лучшего, но хорошо, конечно, если бы она не ломалась. Так, ну на картинке написано, то было нарисовано вот это вот изголовье, оно очень такое большое. Ну, а тут посмотрю, вроде нормально. Брал еще вот с такими амбишурами, не круглыми. Так, что-то жесткое здесь, пластмасска. И чтобы, в общем, ухо туда полностью погружалось, но, блин, они маленькие, мое ухо туда не лезет. Да, конечно, печаль, беда. Да нет, в принципе, нормально. Да, нормально. Не знаю, как они
На мне сидят, конечно. Так, тут ничего нету. Тут у нас кнопки управления. Но это кнопки управления, я так понимаю, музыкой. И в коробке они, вон, видать, долго находились, все поцарапаны. Здесь вот так вот. Ну ладно, сочтем это на дешевизну. Так, вот здесь у нас... О, нифига себе. Или нет? А, нет, это для разборки. Ага, прикольно, они разбираются. Не снять им амбишур, что довольно проблематично для ремонта. А на защелках вот эта вот часть вытаскивается. Так, что тут еще? И обозначено вот это вот левое ухо, на котором управление. С эмблемой это правое ухо. Так, и где? И заряжаются они вот от microUSB. Так, держать, наверное, да? Наушники включены. Нифига себе, она по-русски говорит. Наушники включены. Так, ничего себе. Ну-ка, давайте мы их попробуем найти. Так, Bluetooth. Найдет он, нет? Чё-то ничего не ищет. Может, держать надо? А, наушники отключаются. Блин, а как тогда? Может, долго держать надо? А, ага, вот, да, вот они обозначились. HB201. Так. Мобайл фон еще какой-то нашел. Так. Есть. Подключились. Ага, что здорово. Так, наушники ловят какие-то помехи, какие-то пики. Пик, 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 пик. Это, возможно, электроника галючит. Так, они показывают уровень заряда. И показывают 60%. Так, ну давайте попробуем включить музыку, что ли. И я оценю звук. И, соответственно, расскажу вам. Блин, на фоне все равно этот пик есть. Куда от него деваться, я не знаю. Как от него избавиться. Интересно, как на паузу ставлю, этого звука нету, пика нет. Странно, это по Bluetooth, что ли? Видать, в наушниках сам модуль Bluetooth такой сигнал дает, что ли, не понимаю. А, в принципе, не слышно на более громкой. Ну, когда ставишь погромче, блин, не могу слушать музыку и рассказывать вам. В общем, звук такой посредственный, он глухой, такой, как в бочке. Нормально, но катастрофически не хватает высоких частот. Ну, я думаю, не для музыки, а для стримов так он вполне пойдет. Да, я думаю. Сейчас заряжу, в принципе. И, так сказать, подключу их к компу. У меня в компе есть этот свисток Bluetooth. Ну, ладно, и посмотрим, сколько вообще, насколько их хватит. Так, что у нас дальше? Дальше у нас есть... Блин. А я... Мне вчера только пришел этот... Видос снимал. Как он называется? AUX-кабель. А тут вот он есть такой. Ну ладно. Хорошо. Так, что тут еще? Instructions. Не надо. Ага, и вот кабель USB, microUSB. Но я даже не буду его распутывать, так как у меня этих кабелей полно. Ну вот, в принципе, и все. Следующее включение уже будет. Расскажу, насколько хватает, ну, как
послушаю их хотя бы недельку, да, наверное, там несколько дней, и скажу вам свое мнение об этих наушниках. Ну, в принципе, вот они мне на вид понравились, такие небольшие, аккуратно, вроде не гремят, не скрипят, ничего, нормально, мне нравится. Все, пошел тестировать. Вжух, и прошла неделя, а может и больше, я уже не помню. В общем, послушал, поиспользовал эти наушники, все хорошо, вроде меня все устраивает. Единственное, что два нюанса есть, это уши не помещаются вот сюда, хотя, наверное, я еще не расширял амбушюру, может быть, подрастянуть и ухо залезет туда. И второе, они пришли немножко бракованные, как бы со смещением. Вот если кто заметит, видите, они кривоватые. Это выше, это ниже, но я уже немножко исправил их. Так сказать, геометрия была еще хуже. Была она где-то вообще вот так вот, они где-то были. Я этого сразу не заметил. Но, в принципе, на голове никакого дискомфорта нету. Я взял фен, грел вот это вот изголовье, да, и немного их, в общем, выгибал, фиксировал. В общем, немножко я исправил положение, но это не критично. Использованию, так сказать, не мешает. Дальше поехали по аккумулятору. Аккумулятор здесь 180 мАч. Замерил с помощью устройства, и пока они заряжаются, вот здесь вот горит индикатор. Он потух, и на табло у меня было 180 мАч. Да, производитель заявляет 5 часов. Это правда, 5 часов они у меня, по крайней мере, вот этот экземпляр отработал. 5 часов отрабатывают и начинают пикать. Там 2-3 раза попикают, и все, они выключаются сами. И вот с этого момента я втыкал зарядное устройство и мерил емкость батареи. Потребляют они немного при заряде, всего лишь там что-то до 200, по-моему, максимальным потреблением миллиампер. В общем, заряжаются очень долго, действительно, да. Часа два, наверное, а может и больше, с нуля до полной зарядки. Ну, я после стрима их там 2-3 часа сразу ставлю на зарядку, подзаряжаю и, в общем, так их использовал уже, наверное, неделю, больше, может, две. В общем, в остальном вроде все хорошо, все меня устраивает. Что еще могу сказать по звуку? Ну, звук нормальный. Высоких частот здесь мало, практически нету, средние и низкие. Низкие хорошие басы, мне нравятся. Может, кому-то не понравится то, что высоких частот нету, но, в принципе, привыкаешь нормально. Для игр там важно там, не высоких частот, а с какой стороны, там кто к тебе идет, где разговаривает, прислушиваться. В общем, метро Exodus, исход, да, я прошел. Не помню, конечно, помню начало наушников, а может и изначально проходить. В общем, мне понравилось. Гейминг в нормальных наушниках, да, они дешево такие все, но пластик царапается, только вот эта вот блестящая сторона, в принципе, здесь такой пластик, что ему все равно, он матовый такой, шершавый. В общем, кнопки управления нормально. Все работает. Единственное, я не проверял в качестве гарнитура, как они работают. У них здесь должен быть вроде как микрофон, да? Хотя фиг его знает. Ну да, наверное, где-то должен быть. Вот, в скором будущем, наверное, этого аккумулятора у меня станет мало. Я посмотрю, может быть, будет возможным поставить сюда какой-нибудь
побольше, хотя бы миллиампер на 500, может на 300, ну в зависимости, где он тут расположен, когда я их буду открывать, не знаю, может не скоро, когда он будет уже мало держать, тогда займемся их ремонтом, так сказать, апгрейдом, поставлю сюда, вот дырка, вот здесь микрофон, вот рядом, с джеком 3,5. Ну, в принципе, их ничто не мешает использовать из провода. Есть у меня где-то провод длинный. Покупал я удлинитель, не помню сколько метр, 1,5 ли. Вот, в принципе, можно играть и с ним. Не знаю, какой звук, конечно, будет через этот. Может появиться высокий частот. Но я думаю, не хуже, чем через Bluetooth. Хотя была такая тенденция замечена. У меня были наушники другие, Blue Dio какие-то там, да, Turbines, по-моему. Вот. Хорошие наушники, звук отличный. Но единственное, почему-то у них через Bluetooth шел звук лучше, чем через непосредственно через провод. Вот такая вот такой нюанс. Не знаю, что будет с этим. Может будет наоборот. Но в принципе, вот так вот они будут у меня теперь работать долго и счастливо. Хотя долго не знаю, насколько они продержатся, но подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее интересное видео. Кого заинтересовало, конечно, и если вы хотите, не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Потому что YouTube сейчас, не знаю, что с ним происходит, тормозит, лагает, вообще непонятно, короче, медленно работает, в общем, что-то с ним не то. Ладно, друзья, все на этом. Так, дешевенькие уши, но да, за сколько я их купил, они, конечно, этих денег стоят, 700 рублей, хотя изначально были 1000, но не знаю, может, я на Озоне брал, может, там так же, как и на Алиэкспресс, сначала завышают цены, а потом якобы делают скидку на хорошую. Да, еще напомню про кэшбэк-сервисы, они будут в описании видео. С кэшбэк-сервисом покупки обойдутся еще дешевле, так как какая-то копейка потом обратно вернется. Все, с вами был Вячеслав, всем пока, скоро увидимся.